От таких скоростей, что показывают участники чемпионата внутренних войск МВД России по легкой атлетике, колодки дымятся. Спор за награды престижного турнира в пятый раз проходит на омской земле. Ядром спортивных баталий стал вновь стадион Центра олимпийской подготовки «Авангард». Ежегодно МВД, внутренние войска, это именно внутренних войск чемпионат, которые обращаются к нам с просьбой провести в Омске именно чемпионат России. Мы любезно предоставляем наш лучший стадион с лучшим покрытием в Омске беговым. Это стадион «Авангард». Здесь уже в пятый раз проходит чемпионат России. Собираются сильнейшие спортсмены со всей страны. Это вот там Калининграда до Камчатки. Ребята, представляющие все федеральные округа. Ну и очень приятно, что этот чемпионат собирает здесь сильнейших спортсменов по легкой атлетике и России. Программа турнира достаточно необычна. В нее включены только беговые виды легкой атлетики. Конкуренция традиционно серьезная. Дышат в спину друг другу команды военных со всей России. В чемпионате принимают участие сильнейшие легкоатлеты страны и Европы. За три дня, что шел турнир, военные успели выяснить отношения в забегах на 200, 400, 800, 1,5, 3 и 5 тысяч метров. А еще в эстафете 4 по 400 метров. У нас очень сильный состав. Значит, по данным мандатной комиссии прохождения, на соревнованиях будут выступать 6 заслуженных мастеров спорта, 12 мастеров спорта международного класса, 43 мастера спорта, ну и 11 человек кандидат в мастера спорта, у которых все впереди еще на самом деле. На этом чемпионате сейчас побегут у нас 3 призера чемпионата Европы, который сейчас в это воскресенье закончился. Вот тут такой состав. Около 70 спортсменов из 7 сборных региональных командований Российской Федерации – Восточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного, Приволжского, Северокавказского и Центрального. Борются атлеты за личное первенство. Никто не хочет уступить секунду или сантиметр на дистанции. Как говорит начальство, это для нас самое главное – старт сезона. То есть сейчас после чемпионата Европы все в хорошей форме. Это, по сути дела, второй чемпионат России. Все сильнейшие спринтера, средневеки и средние дистанции здесь участвуют. Но в этом чемпионате состязаний военных главная команда. Важен итог общекомандного зачета. После 3 соревновательных дней в этом году первое место завоевали военнослужащие Уральского регионального командования. Серебро у спортсменов Сибирского. На третьем месте легкоатлеты Центрального регионального командования внутренних войск МВД России.